Давай приготовим нежнейшие куриные желудки с подливкой. Для этого нам понадобится. Хорошо промываем желудки и режем на кусочки. Кладем в кастрюлю, заливаем водой и варим 10 минут, как закипит. Пока варятся желудки, делаем подливку. Нарезаем лук, морковь и чеснок. Берем кастрюлю, наливаем 3 столовые ложки растительного масла, кладем томатную пасту, кладем лук, морковь и чеснок. Перемешиваем. Далее мы наливаем 700 мл кипятка, пол чайной ложки адыгейской соли и варим на среднем огне до готовности моркови. Тем временем наши желудки проварились. Сливаем воду и закидываем их на сковородку. И немного обжариваем, примерно 5-7 минут. Далее заливаем кипятком 500 мл и тушим на медленном огне 1 час. По мере необходимости подливаем воды. Кладем пол чайной ложки адыгейской соли. Приступаем к соусу. Берем погружной блендер и измельчаем наши овощи в пюре. Ну вот, прошел час, наши желудки почти готовы. Заливаем к ним наш соус и тушим под крышкой 5 минут. Присыпаем зеленью и перемешиваем. Вот такая красота у нас получилась. Как жалко, что аромат не передается через камеру. На гарнир у нас отварной рис. У вас может быть все что угодно. Всем приятного аппетита!